как сделать так, чтобы абитуриенты шли в вузы, а после окончания работали в школах и закреплялись там? Такой вопрос уже долгие годы волнует умы руководства республики, и именно его обсудили на педагогическом форуме в КФУ. Участники обговорили программы стипендий, что будут приняты в качестве поощрения, но при этом с обязательной отработкой по специальности и санкциями в случае невыполнения. Нововведение вступит в силу уже в следующем учебном году, в том числе и на площадке КФУ. К слову, университету предстоит устранить нехватку педагогических кадров в Татарстане. Наш вуз сформировался и закрепился в позиции бесспорного монопольного лидера образовательной системы Республики Татарстан. Университет заложил на себя достаточный сегмент социальных, решения социальных задач. Это общепринятая практика, когда ведущие, в частности, европейские университеты решают социальную миссию, в том числе подготовку, переподготовку, повышение квалификации педагогических кадров. Участники форума признали, что в вопросах подготовки педагогических кадров у КФУ огромный опыт. Завершили встречу договоренностью внести корректировки в планы развития педагогического образования в своих регионах. И на то есть все причины. Ведь будущее нашей страны в руках тех, кто только готовится вступить в большой мир. Аделя Мухаметшина, Роман Самарин, Универньюз.